Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Алекс Киндер Тойс. Сегодня у нас Чупа-Чуп Сюрприз Микс. Откроем 9 разных серий. Фиксики против кработов, 3 кота, Мадагаскар, новогодняя коллекция, куклы Лол, лошадки Фили, мимимишки, свинка Пеппа Принцесса и тролли мировой тур. Будет интересно, ставь лайк и поехали. Начнем с коллекции мимимишки. Все в этой серии 8 фигурок. Валя, Соня, Саня, Цыпа, Лисичка, Тучка и 2 Кеши. Мне попалась Соня. Зовут ее прям как мою кошку. И она енотиха. Соня, как видно, обожает розовый цвет. Прическа у нее розовая, топик, ботинки. И даже серьги розовые. Еще и полоски розовые есть. Фигурка пластиковая. Сделана неплохо. Устойчивая подставка. Классный хвост в полоску, как у тигра. Интересно, у енотов тоже полосатый. Единственное, что смущает меня в этой фигурке, это пальцы Сони. Вот эти 3 ужасных отростка. Смотрятся зловеще. Как будто монстр какой-то. А в целом, фигурка классная. Следующая у нас будет новогодняя коллекция. В новогодней серии игрушек уже побольше, 10. Это резиновые елочные игрушки. С ними идут специальные веревочки, чтобы украсить новогоднюю елку. Мне попалась голова оленя. Очень напоминает этот олень печеньку. Жалко, что игрушка односторонняя. На елку так повесишь, а она перевернется и будет черная игрушка висеть. Некрасиво. Из новогодней коллекции шоколадных шаров Чупа-Чупс я уже собрал 9 игрушек, а осталось найти последнюю пряничного человечка. А на очереди у нас коллекция Мадагаскар. А в этой серии у нас 9 фигурок. Король Джулиан, Шкипер, Рико, Ковальский, Прапор, Алекс, Глория, Марти и Мелман. Попался пингвин. Только вот почему-то в этой коллекции на вкладыше названия пингвинов перепутаны. Там написано, что это Шкипер. Но какой же это Шкипер? Это же настоящий Прапор. Самый главный пингвин. Стоит с гордым видом, сложил ласты на груди. Упитанный пингвиненок. Очень красивый покрас пингвина. Отличные игрушки по отличному мультику. Свинка Пеппа Принцесса. О, еще по-старому капсула открывается. В этой серии, как и в Мадагаскаре, 9 фигурок. Фигурка идет с прозрачной подставкой. Давай ее прицепим. Это зебра Зоя. Одета она в средневековый костюм. Она, наверное, придворная фрейлина, принцессы свинки Пеппы. Смотри, какая у нее цепь золотая на груди. Заслужила чем-то за службу. На голове забавный колпак. А может, вообще пижамка такая у нее. Куклы Лол. Шарик от Чупа-Чупс. В этой серии всего 8 кукол. Игрушка тут наподобие новогодней коллекции. Тоже можно украсить елочку. Есть веревочка в комплекте. Это резиновый брелок односторонний. И здесь кукла Лол. Это Квинби. Девчонка-пчела. Красивое у нее платье, да и причесочка прикольная. На улей похоже. В принципе, принт у брелка неплохой. Три кота.
Собери всю коллекцию из 8 персонажей. Папа, мама, Компот, Карамелька, Коржик, Саша, Горчица и Лапочка. Попалась Карамелька. Маленькая кошечка. Очень напоминает мне лисичку своими длинными ушами. Правда ведь на фенька похоже. Сорвала цветочек и поглядывает куда-то вверх, наверное, на солнышко. Радуется лету. Наконец-то оно пришло. И можно насладиться хорошей погодой. А следующей будет серия «Фиксики против кработов». Это уже большая серия, 12 игрушек. Фаер, Мега, Шпуля, Верта, Дедус, Мася, Папус, Симка, Альт, Нолик, Катя и Дим Димыч. Интересно, если Дим Димыч, почему не Катя Катич? Не попалась зеленоволосая Верта Вертыч. В костюме фиксиков с эмблемой на груди. Очень большая голова в этой фигурке по сравнению с телом. А причесочка прикольная. На пастилу похоже. По цвет волос и лицо у Верты. Кстати, у нее и брови зеленые, и глаза полностью зеленые. Может, инопланетянка? Всякое бывает. Лошадки Фили. Это, по-моему, самая огромная коллекция в шоколадных шарах Чупа-Чуп. Так, шоколад уже старый, рассыпается в руках. Игрушка разборная. А в коллекции всего 21 фигурка. По-моему, столько никогда в Чупа-Чупсах не было. Вот такая лошадка Фили. Total Pink. Полностью розовая. И тело розовое, и грива с хвостом тоже розовая. Только потемнее уже. Встала она зачем-то на дыбы. Наверное, чем-то недовольна. На голове у нее есть золотая корона. Правда, без драгоценного камушка. Кстати, в этой коллекции есть одна фигурка с настоящим камушком. Редкая. Последний шарик. Тролли мировой тур. В этой серии 8 фигурок. Везет мне сегодня на розовое. Соня была розовая, лошадка Фили розовая, и вот теперь розовая розочка. Тролль с очень прикольной прической, на пальму похожа. На голову она также венок повязала. Как всегда, розочка улыбчивая и веселая. Самый веселый, наверное, тролль. У фигурки есть веревочка. Можно использовать ее как брелок. Или отправить к новогодним игрушкам для следующей новогодней елки. Ведь уже полгода прошло, быстро время летит. Вот такие классные игрушки мне попались в Чупа-Чупс Микси. Неплохие коллекции выходят в последнее время в этих шариках. Больше всего мне понравились Прапор, Розовая Фили и Соня. А вам какие игрушки понравились? Какие из этих серий полностью собраны у вас? Напишите в комментариях. Всем пока, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки, пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку с шоколадом.